Всем доброе утро. Муся уже прискакала с утра, да, Муся? Сегодня прохладненько еще с утра. Мы завтракаем. Бабушка встала рано-рано утром и испекла блины. Ну, они такие толстые. Не блинчики, а блины. Ах, творог. Колбаска, кофе. Да, лизок. Наш плов стоит. Надо его сейчас переложить и убрать в холодильник. Казан надо это замочить, в общем, помыть. Такое вот у нас сегодня утро. А сейчас время, кстати, сколько? 8 часов, наверное, да? 8 часов. Сегодня утро раннее. Солнышко. Дедушка уже в бассейне купается. Чистит и купается. Иду за огурчиком. Хочу, знаете, что сделать? Масочку. Масочку хочу сделать из свежего огурчика. На лицо. У меня, конечно, такой причесочек. Вчера голову мыла. В бассейне искупалась. Чуть-чуть намочила волосы. И все, и они у меня в разные стороны. Жесткие такие. Надо будет снова голову мыть. Так. Огурчики, огурчики. Какой-нибудь огурчик мне надо. Так, а вот висит. Ой, вот он висит. Сделаю масочку, хватит жить мне огурца такого. Приступим. Да? Вот я нашинковала огурчик этим, знаете, который, ну, чистить овощи. Овощечисткой. Тоненько. Ну, чтобы оно прилипло хорошо к лицу. Вот такие вот слайсы. Так, попробуем. Ну, Олег пошел загорать. Очки сняла, ничего не видно. Откуда начинать? Блин, надо было кругляшками, да? Ну, блин, кругляшками. А вот так вот. Раз так. Лиза, тебе маску сделать? А? Вот на лоб я сделаю. Сделать маску? Надо по-быстрому. Меньше болтовня, а то сейчас огурец высохнет. И ничего не прилипнет ко мне. Та-да-та-да-там. Лиза, давайте. Ой, что у тебя с прической? Что у тебя с прической? Надо же полежать потом, да? Сейчас мама не скажет, чего ты делаешь? А. Ой, смотрите, раз-раз и все готово, да? Ой-ой-ой. Так, вот еще такое. Чуть толстое. Отлипнет. Ти-ти-ти-ти. Опа. Как хорошо, да, в деревне лето. Особенно, когда вообще ничего не надо делать, тогда вообще замечательно. Но в деревне всегда нужно что-то делать. Угу. Та-да-да. Все, сейчас, ой, налеплю. Вчера спать легли пораньше. О, отваливается, потому что толстую. А может, надо было сначала почистить? Что, на нос тоже, наверное, надо, да? Вчера спать легли пораньше, тоже толстую. И выспались. Вот так, да? Блин, длинный толстый. Что-то Настя мне там отправила. Может, на нос не надо, а? Вот этот отваливается, потому что похоже тоже толстый, да?
Ну все. Буду. Не знаю, минут 10, наверное. Полежу, пойду. Потом сниму. И видок у меня будет бодрячком. Ну все, лежу. Мусяндрик пришла ко мне. Мурлычет. Тарахтит прямо. О, тарахтелка. Да? Ты тарахтелка? Куда ты там хочешь залезть? Надо было еще вот сюда, вот что-то я упустила этот момент. Ну что, надо снимать? На зеркало. Надо снимать. Да, их складывать. О, он же высох тут. Прилип. Блин, здесь темно. Я на втором этаже в бане. Страсть. Ну, сачок впитался, видимо. Ничего. Ну что? Так, надо сейчас вот этот убрать тут. Ничего не видно, да? Вон огурец остался. Сложил тут пакет какой-то, я сложил на пакет, сейчас выброшу. Так, Лиза, пойдем. Пущу тебя. Вино стоит. Видите, перчатка. Лиза. Вот лестница такая крутая. Я сейчас ее возьму на руки и буду спускаться. Да, спит. Это ты сама его делаешь? А? Сама делала? Сама делала. Квас. Мутный такой. Ядреный, да? Ядреный, да. Я когда приехала, бутылку открыла, как... Я же спугалась. Компот закрываешь. Ой, вся живность тут. Вся живность тут. Ой. Друзья, пошли мы, в общем, к водоему. Тут такое ветрище. Похоже, меня вообще слышно не будет. Вот закрыла микрофон. Ну, не знаю, не знаю. Прям ветер. Ой-ой-ой. Но такая красота. Небо такое. Ё-моё, ветер какой. Решили прогуляться, посмотреть, что там вообще такое. Чё там такое? Чё? Сильный ветер, очень сильный. Здесь всегда ветра сильные. Аж прям всё сносит. Пустырь. Поэтому, наверное... Гоняет, ой, сейчас пылище будет. Че, он в эту сторону едет? Мы пришли. Ну что, как оно? Ну вот, высохло. Оно было прям, ну его много было. Вот до камней. До камней, ну. И что вот осталось? Лягушатник. Блин, ветрище какое. Наверное, ничего не слышно. Да ветер сдувает очень сильно. Вот такое вот озеро. Вроде так, а это благоустроили, ничего, хорошо, да? Как говорится, небольшой пляж свой. Ну так, на один раз. Пляж на один раз. Сеточки. Не поняла, что там? Лавочек нет? А какие-то остановки прям. Да? Вот это вот. Даже лавочек нет здесь. Для чего? Ну, непонятно. Непонятно. Ни одной лавочки нет. Просто крыша. Чё, к чему? Лавочку поставили. Олег нашел кранчик, смотрите, откуда вода бежит. Вон, видите?
водичка. Вот. Скоро, наверное, должна заполнить вот это озеро. Это будет скоро? Что, мы пошли отсюда? Здесь ветрище. Мы сейчас пойдем в магазин тут. В местный сельский сходим. Семечку купим. А что это такое? Масло? Что масло? Завтра домой уже поедем. В город. В Самару. Ой. Сейчас мы вот сюда вот пойдем. Либо там нужно выйти. Через проулок. Здесь, в общем, был раньше лес. Ну, не лес, а деревьев было побольше. Сейчас вот оставили совсем чуть-чуть. Раньше было много. Тут даже вот мы проходили пеньки. У тебя сзади ноги грязные. Ты чё? Смотри, сзади. Видишь? О, так тут вообще муть. Муть прямо. Ну, здесь купаться-то нельзя. Грязище, грязище. Сейчас мы как-то кружочек обойдем, сделаем и обратно туда выйдем, да домой пойдем. Посидели чуть-чуть, семечки пощелкали. Вот песочек. Ой, смотрите, какой головастик. Вы, наверное, не увидели, да? Большой. А, вон он, вон он, вон он. А, все уже нырнул. Вот он. Вот он. Если видно. Большой. Ой. Олег! А, ты тут? Смотри, головастик. Большой. Головастик. Большой. Вон. Видишь? Он. Вот он. Вот он. Видишь? Эй. Видишь? Да вот. Вот он. Уткни его рукой. Ну он в кусты спрятался. Ну, в смысле, в траву. Ну и что? Вот еще. Блин, дай мне палку. Вот еще. Вон еще. Слушай, это вообще какая-то рыба. Да? Кто это? Блин. Голова. Ну смотри. Изучаем фауну. Это что такое? Что это? А, Олег? Пиранья. Пиранья? Конечно. Ой, смотри, она кушает. Ну конечно, нет уже больше ничего. Кушать. Пусти свою, пусти свою ногу. А вон там еще. Вон там еще. Слушай, так тут их много, да? А где? Все? А, вот же. Вон там. Ну, в общем, ладно. Че вы, не видели, что ли, да? Это я давно не видела живности такой. Ладно. Ну все, пошли. Пошли. Заболела. Тигр мой лежит, смотрите как. А, уже не лежит, уже бежит. Бежит, увидела, да? Ты чё, так хорошо лежала в тенечке?
Вон дедушка пошел с Лизой на вечернюю прогулку. Лиза, кстати, у нас гуляет за забором. Здесь она не гуляет. Ну, если только совсем приспичит. А так, ей говоришь, идем гулять. Она идет гулять за забор, свои дела делать. Да, Лизок? Гулять пошла? Иди гуляй. На сегодня все. Видео подошло к концу. Сегодняшний день завершается. Солнце садится. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. И всем пока-пока.